Папа, папа, а что это такое? Не знаю, сынок, это... О, господи. Блядь, Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы с тобой продолжаем играть в игру под названием Кит. Мы сегодня с тобой продолжаем воевать с китом, и сегодня мы с тобой продолжим бороться с ним. В прошлой серии мы с тобой не победили, но в этой серии, я думаю, мы с тобой первого кита победим. Если ты не смотрел, посмотри предыдущую серию обязательно в комментариях, ты поймешь лучше, потому что мы с тобой самый лучший рыбак, который вышел на охоту на здоровенного кита. Игра чем-то напоминает, кстати, Бигфута или что-то такое. Потому что мы тоже там охотимся за здоровенной фигней, только здесь эта хрень действительно здоровенная. И наша задача побеждать его при помощи капканов, кальянов, вот этого всего, кидать в него гранатами, бомбами. Здесь еще 4 разных монстра. 4 разных монстра, которых нам тоже надо победить. В прошлой серии мы половину жизни вроде бы киту отбили. Во, погода меняется, это значит кит рядом. Вот он, радар, кстати. Радар показывает нам все. И сейчас вылезет. Сэм, мы будем называть кита Сэмом. Где он? Где он? Сэм где-то рядом, я его слышу уже. Я его чувствую. Вот он, Сэм! О, попал сразу! Сразу попал по Сэму. Ну-ка, подожди. Попал сразу! Попал опять! Так, у меня сразу корабль пошел по пизде. Все ненормально, все очень плохо. Так, спокойно, уворачивайся. Хитер. Ну-ка, раз. Ну-ка, два. Сразу кидай ему в капкан. Сразу кидай ему в дыру. Готовься! Надо закинуть ему на прощание. Хорош. По-моему, попал. Не знаю, попал или не попал. Первая загадка, которую нам нужно отгадать, это каким образом по нему, блядь, попадать. Молния здесь бьет. Если он бьет по молнии, то мы бьем по молнии тоже. Ну давай! Ух ты, ебать, далеко. Падает примерно вот сюда. Нет, не попал. По жизни можно смотреть, насколько я по нему попал. Китяра хитер, но рыбак хитрее. Я не просто так зарабатываю на деньги, на жизни. Вон он. Ну, по-моему, летит меня. Нет, он по мне не попал. Так, я буду по нему вот так вот накидывать тоже, потому что не обязательно же ему только в крыло попадать. Можно попадать и в другие места, это тоже по нему будет обьет. Он звуки издает паскуда. Где он вообще? Он подо мной. Он рядом! По хвосту. Надо попасть по хвосту. Попал! Вон он протек! Кит протек, нормально! Заебумба, кит протек! У вас кит протек, все хорошо! Так, уворачиваемся, он сейчас пойдет в ответочку, я чувствую! Вот он! Это все, на что ты способен, Сэм! У меня прям руки трясутся от него! Ой, какая же пиздатая игра! Да какой у тебя клешня вот эта маленькая! Накручивай. Очень маленькая клешня, по ней трудно попасть. По его клешне трудно попасть, зато прикинь, сколько из него получится филешек рыбы. Попал! Хорош, вон он протек сразу. Протек китяра. Блин, у него очень маленькая клешня его. Давай, залазь. Я умею телепортироваться сквозь вещи, я тоже своего рода гений. Молодец! Да давай, ну как же я по нему трудно попадать-то, а? По расстоянию хрен скажешь, где он. Но пока что по мне не попадает, пока что все нормально. Потом молния еще бомбить будет. Это проблемно будет. Так, тихо. Сейчас вылезет, я слышу его. О чем должен помнить настоящий рыбак? Если тебя ебет рыба, твой корабль, тогда ты должен уворачиваться и въебать по ней капканом. Не-не-не-не, куда? Ну стоять! В догоночку! Молвы! Против меня Посейдон, против меня Гром, против меня Зевс, против меня Кит! Капец, какой же он огромный! Ебать, замедление времени! На! Два раза попал, это замечательно, это хорошие новости! Лучшие новости только будут, когда мы победим! Блядь! Где он? Он падает на меня! Право руля! Починка. Нужно быстро чиниться. Корабль сейчас пойдет ко дну. Уворачиваемся. Тихо. Сэм, держи в себя своих клешнях. Сэм, креветки ты ебаны. Сейчас закину. Блин, не попасть по нему. Море колбасится очень сильно. Так, ладно, починимся. Залазь сквозь окно, лезь. Отлично. Рядом, у меня корабль колбасит. Он где-то рядом. Давай, киты капканы, плыви. Я вообще где? Я вообще кто? Так, он рядом. Отлично. Это, наверное, хорошо. Ничего сейчас не надо. Попал! Что там за смс-очка? Нет времени. Ладно, все потом. Вот, наверное, кит мне прислал. Тихо. Одной рукой. Потому что у меня сейчас важная встреча, кит!
Попал в Розулю. Тихо. Починка. Ладно, уворачиваемся. Нет времени для починок. Он сейчас на меня прям выскочит. Я же сказал, корабль горит. Вдогонку ему. Один раз. Хотя бы Розулю надо было закинуть. Так, я почти починил корабль. Отлично. Корабль еще не починил до конца. Вот. Тихо. Вдогоночку ему. Розулечку. Да хотя бы попасть можно. Бам! Попал дважды. Корабль горит. Да и не важно! Настоящий капитан может сам корабль починить, если что! Ворот вам! Скибиди-бум-скиди-боб! Где? Выпрыгивай из воды, только не на меня! Сэм, родненький, Сэм! Сэм, ты где? А вон он сзади! Он сзади меня, он очень рядом! По Сэму вдарим молнией! Так нужно уворачиваться от молнии сейчас! Видишь, молнии бьют. От молнии надо уворачиваться, иначе они убьют меня. Игнорируй молнии. Тихо! Ты думаешь, я по тебе не буду кидать? Я по тебе даже во время молнии буду кидать! Попал! Попал по нему. Все, молнии бьют некоторое время, потом перестаю. Я максимально концентрируюсь на игре, не обращая внимания, что я мало шучу. В этом проблема. У пилотов нет проблем, а у рыбаков-то, блядь, их тонны. И это, сука, летающий, блядь, кит. На! Я по нему закину прямо в то время, как он пердит. Он что-то сделал. А, он вырубил мне радар. Да и не нужно, я все равно не пользовался радаром. А, стоп, я не мог плавать в это время. Ебать! Да кидай ты! Это был идеальный момент, чтобы по нему сейчас закинуть. Да какой же у тебя плавник-то твой маленький? Можешь плавник себе побольше сделать, я тебя прошу. Я не попадаю по тебе, дружище. Давай плавник увеличим. На! Да как не надо? Как не надо, если на? Да как? Попал! Тихо, у вороты! Молния правого руля! А! Не по мне. Спокойно. Он бомбит прямо на моем направлении пути. По моему направлению пути он бьет, но он не попадает сейчас. Корабль горит, кстати говоря. Точнее, корабль не горит, а дымит. Корабль курит. В корабле поселился какой-то, блядь, маленький гоблин, который курит. Потому что все горит, все дымит. Сэм, сразу тебе на. И починочка, потому что мало энергии у корабля осталось. Корабль дымит. Все, корабль не дымит, отлично, поплыли дальше. Теперь мы починились немножечко, можно разобраться с Сэмом. Сэм, кстати, рядом, он сейчас выскочит. Так, ну это он прям в меня сейчас. А я ничего не могу сделать, я теперь уплыть не могу. Корабль не работает. Он сейчас прям на меня выскочит! Тихо. Замедление. Кстати говоря, ты видел? Мой корабль, моя ласточка его подкинула. Моя ласточка подкинула кита только что. Право руля! Давай! Ну хоть на прощание ты ему! Блять, горим! Тихо, я вижу его. Он не вылетает из моего видимости! Опять на меня упал кит! Попал Розули вроде. Так, сейчас будут бить молнии. Нужно чиниться. Нужно уворачиваться, он сейчас опять на меня выскочит. Он теперь не случайно нападает на меня. Где он? Он откуда-то вылетел. Так, ну-ка, дай тебе... Попал вроде Розули. Нет, вообще не попал. Не знаю, почему не попадаю. Я по нему, по идее, попадаю, но как бы не попадаю. Нужно подкачать точность потом. Так, он рядом. Замедление времени. Тихо. Кидаем. Да блин, из-за моря хрен попадет. Попал. Вот сейчас я попал. Когда он вот это вот делает, это значит, я по нему попал. Так, спокойно, он сейчас на меня выскочит, я точно знаю. Он выскочил не на меня, он просто выскочил. На! Ты видел, от него прям поплыло. Он подо мной, спокойно. Давай! Попал. Это попал я раз по нему. Нужно второй. Быстренько. Насаживай до кита-то. Насаживай. У кита жизни уже там, фиг да нифига жизни, так тихо. Кит, сука, сейчас разберу тебя к нахуй, как лего. Ну-ка, на тебе в щи. На тебе еще раз, я до корабля от него отплываю. Что-то с китом плохо сейчас было. Кит плохо себя чувствовал. Ну я по нему накидал 1000. Тихо, молния! Зевс, спокойно, Зевс, держи себя в руках, сука, братан! Зевс, пожалуйста, не надо, Зевс, ты что? Я ж с китом-то дерусь, не с тобой. А ну иди сюда. Сейчас пиздыхнет по мне. Он не попал по мне ни разу. Все, пойду лотерейные билетики покупать. Как я вот это вот произошло сейчас, я не представляю. Понятно. Спокойно, только спокойствие. Главное сохранять спокойствие в таких случаях. Кидать въебало. Въебало! Корабль тонет! Держись, моя ласточка, моя хорошая! Молнии, по-моему. Молния прям в меня! Мне показалось, что это молния, но мне нихуя не показалось.
Так, тихо, от молнии увернулись. Сейчас надо подождать, пока Сэм выскочит. Сэм выскочит, и после этого чинимся. Так, Сэм далеко. Можно починиться немножечко, 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 совсем малюсечку. Малюсечку! Сэм рядом! Тихо, я максимально сейчас сосредоточен на том, чтобы не проиграть Сэму. Так, тихо, замедление времени. Выдыхаем. По хвосту! Попал! Я попал по нему! Его забирает Зевс! Я победил! Я победил! Я правда победил! Так, давай посмотрим второго босса. Давай посмотрим, что за второй босс, потому что... Кто это? Это Кит дальше. Написано, держись на в нормальном расстоянии, иначе монстр вылечится. Какие-то новые горы, кстати. Я этих гор не видел. Вон, видишь? Пошли на горы. Я пока что не вижу, потому что монстры... Ой, море как колбасится. Ой, море как колбасит. Ё-моё, я прям на море подскакиваю. Этих же гор не было, да? Он что, локацию рандомно генерирует постоянно? То есть в зависимости от ситуации он меняет локацию? Ладно, пойдем посмотрим, потому что других вариантов нету. Может быть, это какое-нибудь прикольное местечко интересное? Или что-нибудь такое? Да, походу, это какая-то просто интересность. Стоп. 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 Подожди, что это? Блядь! Это Кракен! Ебать меня, мурашки! Активируй взрывающийся гарпун. Нажми правую кнопку, чтобы активировать взрывающийся гарпун. Он кидает меня кирпичами! Так, я понял, мне нужно отбиваться от него кирпичами. Так, я понял, он бьет меня своей этой. Так, ладно, пора уплывать. Пора уплывать. Пора уплывать. Пора уплывать. Мы сели на мель. Я никуда не уплыву, потому что мы сели, походу, на мель. А нет, уплыву. Нормально, уворачиваюсь. У меня корабль уже почти сломался. А, посраться! Он меня поднял! Он меня поднял над землей! У меня, правда, меня прям трясет. Так, тихо. Корабль починить, должен починить корабль. Он меня постоянно кидает. А как, куда мне по нему стрелять вообще? Я кидаю прямо по нему, и что это... Опять он меня поднял. Я не знаю, каким образом мне можно победить будет этого здоровенного. Может, мне по ему по глазам надо попасть, но по глазам я ему не попаду. По глазам ему попасть очень тяжело. Так, он кидает по мне кирпичами. Ну, в принципе, ладно. Мне сейчас нужно просто понять. Видишь, я по нему прям попадаю, а вот жизни не отбавляется ведь. Так, ну это не трудно. Так, давай-ка я по тебе прям закину. Я хочу попасть ему хотя бы в глаз и посмотреть, что будет. А, походу, мы тонем, да? Меня куда-то уводит. Что это такое? Какие-то здесь здоровенные эти камни. Так, я понял. Он, похоже, кидает меня камнями и бьет меня просто своими этими штуками. Ладно, я лучше починюсь, уплыву от него, и в будущем я к нему вернусь. И потом мы его с тобой победим. А пока на этом все. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Увидимся с тобой в следующих сериях. В следующих попытках победить этих огромных монстров. Мы победили кита и узнали сегодня нашего следующего врага. Ну а пока на этом все. Всем пока. До скорого. Удачи.